Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і мій співрозмовник сьогодні – відомий український лікар-педіатр Євгеній Комаровський. Пане Євгене, мої щирі вітання вам! І знову рада вас бачити. Здравствуйте, Євгенія. Спасибо, що вас волнують теми, зв'язані з дитячим доктором. Це дуже приємно. Во время війни в этом очень большой дефицит, в темах, связанных с детским доктором. Надеюсь, мы этот дефицит сегодня будем восполнять. Так, звичайно, цю тему обговоримо, але я хотіла також з вами поговорити, власне, про те, що відбувається в українському суспільстві. Чи йде мова про завершення війни, про можливий сценарій завершення цієї війни, так? І от цікава ваша точка зору, що відбувається взагалі. І от нещодавно дивилася інтерв'ю українського журналіста Віталія Портнікова, і він, зокрема, сказав про те, що в Україні наразі можливі два сценарії розвитку подій. Перший, він каже про те, що повернути всі території буде складно, мирна угода можлива тільки за умови реальних гарантій, але не ті, які ми підписуємо наразі з іншими країнами. І тоді ми зберігаємо свою державність та території, які контролюємо. А другий сценарій, який він вважає є реалістичним, ну, тобто це довга війна за будь-яку ціну, з важкими наслідками, і демографічно ми вже не будемо такими, як є. От, пане Євгене, з вашої точки зору, де наразі знаходиться Україна? Ну, наше положение достаточно тяжелое, мягко говоря, и оно ухудшается с каждым днем, прежде всего демографически, потому что большого запаса прочности, к сожалению, у нас нет. Энтузиазм заканчивается, люди заканчиваются. И самое грустное состоит в том, что практически все перестали думать о том, что будет через полгода. В основном все думают о том, что будет завтра. То есть мы перестали жить стратегически, у нас нет. Наш горизонт планирования – это буквально несколько дней. И по большому счету этому есть множество объяснений. Мы настолько разочарованы в политиках, в прогнозах, в экспертах, которые меняют свои мнения. Собственно, вот вы у меня спрашиваете, я прекрасно вижу прямо перед глазами эти десятки комментариев, в которых написано: «О, Комаровский заделался политологом и военным экспертом». Да не заделался, ребят, не заделался. Но даже когда Комаровский вам рассказывал про то, в чем он эксперт, вы тоже находили причины его не послушать. Поэтому либо вас устраивает, либо не устраивает. Смотрите, Жень, вопрос-то, собственно говоря, какой? Можем ли мы с вами, вот мы с вами, вот вы журналист, я врач, да, повлиять на то, что будет дальше? Мы же сейчас сформировали ситуацию, когда общество, а общественные деятели, блогеры, благосфера в принципе ограждена от принятия каких-либо решений. Иногда мы все поднимаем хайп, поскольку нам не нравится какое-то решение, куда-то выделили деньги или что-то на кто-то потратил, и государство на это реагирует, скрипя сердцем. О, разорались, ну ладно, вот вам. Но по большому счету в Украине прекратилась любая общественная дискуссия. Вот это главное. Поэтому что мы тут обсуждаем? Нас же никто не спрашивает, какое решение будет принято. Тем более сейчас, потому что рядом первые лица государства каждый день по-разному или декларируют разные цели. Ну, вот, тобто ви це теж помітили, що риторика, власне, вищого керівництва політичного, вона змінюється. Тобто, якщо ми раніше говорили, зокрема, про кордони 91-го року, наразі, зокрема, ми чуємо, що президент про це не каже. І просто говорить, зокрема, про те, що Україна готова до перемовин. Так? Кулеба, от, зокрема, сказав під час візиту до Пекіну, він сказав про те, що під час певного так, етапу, ну, тобто, з вашої точки зору, тобто ця риторика змінена? Конечно, однозначно. Но в этом нет никаких сомнений. То, что все понимают, что почему она изменена. Потому что, в конце концов, наконец-то мы расставили точки над «и» в отношении наших друзей и партнеров. Наконец-то всем и высшим государственным деятелям, и обывателю стало понятно, что нет у них цели победа Украины. Ну нет. То и та цель Украины, которую мы видим для себя – ну, границы 91-го года, сохранение государственного, восстановление страны, наказание преступников, репарации. Так вот, это наши цели. У них цели совершенно другие. И эти цели даже страшно озвучивать, но общее впечатление, что их главная цель руками и кровью украинского народа максимально ослабить своего главного стратегического врага. Да, у НАТО, у США есть конкретный стратегический враг. Противник, который называется Россия.
и они попали в очень удобную ситуацию, когда можно за буквальнейшие копейки в масштабах их бюджета, более того, не тратя ни капли крови солдат НАТО, а именно кровью украинцев, решать свою проблему, делая Россию все менее сильной, все более ослабленной, видя, как работает российская военная машина, наблюдая за их слабыми местами, проводить эксперименты и так далее. Ну, это просто идеальная ситуация. Вообще ничем не рисковать, выделять буквально копейки и при этом получать огромное количество информации о своем противнике и видеть, как он слабеет. Євгене Олеговичу, а що тоді виходить? Ну, тобто Україну ставлять наші партнери, зокрема Захід, Сполучені Штати Америки, у такі умови, коли ми будемо вимушені, знову ж таки, піти на перемовини з Російською Федерацією? Тобто, як ви вважаєте, яка їх вірогідність на сьогоднішній день? Ну, ми ж самі прекрасно розуміємо, що наші з вами плани во многом определяються позицією наших партнерів. Если наши партнеры не дадут нам средств, ну, даже элементарных денег, нас ждет дефолт, у нас огромная экономическая пропасть, мы просто, ну, стране не на что будет топливо себе купить, допустим, да, мы не сможем электроэнергию экспортировать, и, конечно, страна фактически будет перед угрозой полного экономического, социального коллапса. И мы абсолютно зависимы сейчас, то есть в борьбе за независимость мы стали абсолютно зависимыми от наших партнеров, которые оказывают помощь. Ну, вот еще раз говорю, здесь все время медицинские аналогии. Нам надо так его реанимировать, чтобы он дышал, но с кровати все-таки не встал. Вот это позиция докторов, которые оказывают помощь. То есть у них нет цели выздоровления. Им очень нравится пациент, к которому приковано все внимание, на который тратятся огромные ресурсы главного врага. А з вашої точки зору, що може кардинально переломити хід подій в сторону України? От чи є такий сценарій? Ну, чи Україна поспішає? Елементарно. Ну, хорошо. Може бути, я нічого не розумію. Ну, от є американська компанія Microsoft, да? І этот Microsoft стоїть на кожному комп'ютері в Російській Федерації. Можна заблокувати Windows в Росії? Ну, просто потому, что они не играют по правилам общества. Они-то могут сколько рассказывать, как им здорово про свой суверенный интернет. Пусть они попробуют без американского программного обеспечения существовать. Как? Да никак. Ну, не смогут, и все тут. Могут, есть на них влияние, есть однозначно. Используют это, не используют. Продолжают с ними торговать? Продолжают. То есть, если бы Запад захотел принять такое решение, он бы его уже принял. Ему это решение сейчас стратегически невыгодно. Они продолжают с ними торговать, очень круто торгуют. У них, мы прекрасно знаем, что в их дронах, самолетах огромное количество комплектующих из Европы. Все это всем абсолютно известно. Мы обсуждаем полные банальности. Просто нет на Западе лидера уровня там Рейгана, Деголя, там того же Черчилля, ну нету там Тэтчер, которые готовы принимать решения, которые понимают, что поставлено на кон. Ну, наверное, они уверены в том, что на кон поставлена исключительно жизнь украинского народа, существование украинского народа. То есть я не понимаю, что должно произойти, что должно в голове сработать у людей, чтобы не отреагировать там санкциями, с серьезными ограничениями, полным запретом на что-либо после того, как ракета прилетает в детскую больницу. Как это можно? Ну как, причем, еще раз говорю, однозначно высокоточная ракета, которая прилетела именно туда, куда ее запустили. И это не повод вообще что-то еще новое сделать. Это повод в очередной раз сказать, ну да, да, они плохие, мы вам поможем, мы вас не оставим и так далее. Ну и Жень, мы просто какие-то вещи обсуждаем, которые весь мир уже все для себя понял. И мы для себя уже давным-давно должны понять. У них нет заинтересованности, чтобы война закончилась так, как это удобно Украине. Украина для них ничто, это разменная монета. Другой вопрос, что они очень круто умеют рассказывать про любовь к Украине, про то, как они и так далее. И так далее. Они реальные подстрекатели.
Якщо ми говоримо про перемовні процеси, от, зокрема, як ви вважаєте, чи готове власне до цього українське суспільство? От центр Разумкова провів до опитування, яке показало, що 44% українців вважають, що настав час для мирних переговорів з Росією. Водночас 35% не згодні з цим, а 21% не змогли визначитися із відповіддю. Які настрої спостерігаєте ви? От, зокрема, як харків'янин, так Харків — це місто, так, яке знаходиться поблизу і потерпає дуже сильно від нашого ворога. Які настрої харків'ян? Смотрите, я в принципе не понимаю, какое может быть вот отношение, разговаривать или не разговаривать. Вот я понимаю, что кто-то должен быть недоволен там принимаемыми решениями. Кому-то может не нравиться проект договора. Но в принципе осуждать сам факт возможных разговоров, кому от этого может быть хуже? Как переговоры могут сделать кому-то хуже? Я никак не могу понять. Хуже могут сделать решения. Мне очень не нравятся возможные компромиссы, чем это может закончиться. Но мы должны опуститься на землю и немножко понимать. Понимать самое главное, что в Украине огромная демографическая яма, что мы можем с вами добиться каких-то результатов через 10 лет, но только не будет кому воспользоваться этими результатами. Настрою харків'ян. Як ви вважаєте? Общее впечатление. Все, конечно, очень хотят, чтобы все это кончилось побыстрее. У людей куча нереализованных планов. У людей куча желаний что-то сделать. Люди устали жить сегодняшним днем. И поэтому люди хотят хоть какой-то ясности, что будет. Ну вот, собственно, еще поэтому я не думаю, что возможно в обществе очень напряженная дискуссия по итогам, по предложениям, которые возникнут в результате переговоров. Но на сегодня, я не понимаю, как можно быть против самого факта переговоров. Да пусть говорят, в конце концов, пусть говорят, пусть работают дипломаты. Пусть ми хоч понімаємо, що вони хочуть. Пане Івгене, але от останнім часом ви ж знову ж таки слідкуєте за інформаційним простором. Ну, тобто, почастіше ось ці випадки соціологічних опитувань і заміряють градус так населення. Ну, тобто, якщо це відбувається, знову ж таки, це може свідчити про що? Про те, що готують українське суспільство до чогось, от з цієї точки зору, якщо дивитися, як ви вважаєте? Я не вірю в соціологічні опроси, які проводяться зараз. Не вірю. Просто не вірю, і все тут. Я считаю, что это исключительно манипулятивно все. И для того, чтобы увидеть реально опросы, я хочу видеть прямые эфиры, как это было до войны. Я не понимаю, почему нельзя сейчас в студии собрать людей с разными мнениями и услышать их обсуждение. Почему этого нельзя? Почему? Ну, мне кажется, можно. Но государство решило, что нельзя. Поэтому мы живем, мы оцениваем, что хочет общество с помощью соцопросов. Ну, извините. Маєте на увазі, що має бути змінена вже інформаційна політика, тобто єдиний марафон вже не працює і потрібно виходити знову ж таки на рівень дискусії, чи про що виявляється? У мене в домі, наприклад, єдиний марафон не включається вже год. Хоча були времена, коли його смотрели 24 часа в сутки. А зараз його не смотрить ніхто. І я таких домов можу перечислити. Всі вокруг мене його не смотрять. На сьогодні єдиний марафон – це отмивання денег, більше нічого. Віталій Кличко, міський голова Києва, він висловив таку точку зору, що, можливо, Володимиру Зеленському доведеться провести референдум, якщо постане питання про досягнення болючих домовленостей, тому що, і він каже, що наступні кілька місяців будуть для нього дуже складними. Як ви вважаєте, знову ж таки, чи може бути як варіант проведення от в Україні? Я не дуже розумію, що це за референдум, коли мільйони громадян України за границею, коли що це за референдум в окопі, я не дуже розумію. Тобто я не вірю в те, що це можливо. В Україні в мирні, спокійні часи, несмотря на кучу розговорів о том, що нам по тому или другому поводу нужен референдум, ні одного референдуму я щось не припомню. Понимаете? Поэтому представить себе, что референдум можно организовать в военное время, не смешите меня, пожалуйста. Это все разговоры, ну то есть говоря о том, что президенту нужно организовать референдум, вот это как бы, ну это все политические игры. Вот я хороший, я бы и организовал референдум, а президент не хочет, поэтому он плохой. Ну, наверное.
Ви говорите про те, що ви не довіряєте соціологічним опитуванням, а все ж таки я вас запитала, як ви вважаєте, президент, він особисто, він залежний від цієї соціології? Ви знаєте, мені кажется, що йому вже приходилось таке кількість рішень приймати, не дуже удобних, вигідних для його там позиції, то мені кажется, що не дуже залежний. Він скоріше залежний від того, що йому розказує оточення. А окружают президента очень небольшой круг людей. Поэтому президенту, как мне кажется, президент был бы заинтересован в том, чтобы видеть свободные дискуссии и обмен мнений. По крайней мере, чтобы у него была служба, которая, ну, как у любого президента, есть служба, которая отслеживает средства массовой информации и так далее. И так далее. Но для того, чтобы президент получал адекватную информацию, надо убрать цензуру, которая не распространяется на военные действия, там, технику и так далее, и так далее. Хотя бы на мнение в обществе, чтобы все мнения могли быть доступны людям. Іване Олеговичу, коли ми говоримо про закриття кордонів, от з одного боку є конституційний обов'язок, з іншого боку є заборона пересування так громадян. Хтось каже, говорить про те, що це Україна вже перетворилася на концтабір, хтось говорить про те, що так і інші мають повернутися із-за кордону, також і також нести службу. От який рецепт від вас тут? У мене є рецепт. У меня нет. Вот честно, для меня это, я просто единственный, я же не государственный деятель, не политик, я вижу реальные последствия того, что 8 миллионов женщин, которые там, ну или 8 миллионов людей уехали, эта вся тема затронула, ну минимум там 4 миллиона разлученных семей. 4 миллиона мужчин и женщин, которые разведены фактически. И это все продолжается уже много лет. Я обсуждал эти темы, поднимал эти вопросы в 22-м году очень много. Очень много. А потом я понял, что поднимая такие вопросы, я в конце концов оказываюсь каким-то, меня воспринимают как чуть ли не врага, что ли. Потому что я реально понимаю, что украинцы это, что Украина зависит от людей. От того, что если в Украине распадаются семьи, то ради кого все это происходит? Ради чего? Ну, я же в 20 летом 22 года я сказал, главный вопрос, который нам предстоит дать ответ. Мы к папе или папа к нам? Вот после победы. Мы к папе или папа к нам? Это вопрос, который я задал в мае 22 года. Но на сегодня сделано все, чтобы общество не могло обсуждать эти вопросы. Не могло. Все. Более того, когда я пытаюсь обсуждать такие вопросы, и, Жень, это очень специфическая тема. Смотрите, когда ты попытаешься рассказать людям об острейших проблемах, которые надо решать, то на тебя льется потоки дерьма и проклятий. И эти потоки дерьма и проклятий мешают мне, как человеку, у которого есть своя профессия, свой долг перед своими пациентами, выполнять мою прямую работу, понимаешь, лечить людей, консультировать, записывать медицинские видео, предупреждать общество о медицинских опасностях, понимаете? То есть, когда я вижу другие очевидные опасности, например, демографические, проблемы со свободой слова в Украине, то я же реально понимаю, я же не эксперт, а дерьма я выгребаю, как будто я эксперт. Понимаете? Поэтому я стараюсь сейчас на эти темы поменьше говорить. Ну, с вами мы давно знакомы, как бы мне приятно с вами пообщаться. Я могу поговорить с вами на политические темы, но я сразу всем говорю, всем, кто в очередной раз придет сюда, учить меня любить Украину и все остальное. Понимаете? Поэтому, ребят, вам не нравится, переключили, сидите гуляйте. Іване Олеговичу, ПТСР на війні. Тобто з чим зіткнеться Україна після завершення війни? Яку проблему ви вже от наразі бачите? Чи буде, знаєте, таке в нашому суспільстві? От я воював, а ти ні. Ну, тобто, що нас чекає? Це вже є. Уже сейчас мы видим, как люди, которые... Во-первых, огромное количество оружия, вне всякого сомнения, раз. Во-вторых, да, реально ПТСР. Но опять-таки, смотрите, мы до настоящего ПТСР еще не дошли. Почему? ПТСР – это посттравматическое расстройство, когда травма была и прошла. Понимаете? То есть вот когда человек, откуда взялся ПТСР, откуда, с чего все началось? Началось все впервые там, с Вьетнамской войны, когда люди из Вьетнама, солдаты, возвращались на родину, и им диагностировали вот этот самый ПТСР. Так вот, они возвращались из войны,
в нормальное общество, для которого войны вроде как нет, понимаете? А в Украине нет такого общества, понимаете? В Украине посттравматическое расстройство невозможно в своем первозданном виде, потому что у нас травма нигде не заканчивается. Не заканчивается. Вот в чем главная проблема. И нам надо понимать, что в такой ситуации уже сейчас нужна, необходима прямо целенаправленная психиатрическая, психологическая помощь населению. Просто я реально понимаю, вот вы мне сейчас задаете вопрос, это вот мне напоминает, знаете, как вот вы записались к доктору, да, записались к доктору, доктор вам рассказал, что надо делать, вы ушли на год, а потом пришли и опять спрашиваете то же самое, вы все ждете каких-то новых ответов, ни психиатров, ни психологов в Украине на всех не хватит, люди в Украине практически все нуждаются в психиатрической или психологической помощи. Повторяю то, что рассказывал тысячу раз, повторю еще раз, ну просто потому, что давно эти темы не обсуждали. Все граждане Украины должны быть разделены на три категории. Те, кто нуждаются в неотложной психиатрической помощи, то есть помощи врача-психиатра, это первое. Те, кто нуждается, вторая категория, те, кто нуждается в помощи психолога. Психолога, не врача, а психолога. И третье, те, кто могут помочь себе сами, под руководством, допустим, дистанционного психолога. Здоровых нет. Если человек считает себя здоровым психически после 3 лет войны, ему точно психиатр необходим. Понимаете? Все, вот такая ситуация. При этом мы должны понимать, что опубликовать, например, или научить людей, как провести тесты, прямо самому самодиагностировать, какой у тебя уровень расстройства, справишься ли ты сам, какие у тебя могут быть рекомендации, какие специалисты тебе нужны, можно сделать дистанционно. Я говорил давным-давно, повторяю, в 22-м году уже об этом рассказывал, что один из закрытых каналов надо открыть и сделать, чтобы он круглосуточно работал, чтобы на нем выступали психологи, психиатры, учили людей, проводили работу и так далее, и так далее. Это возможно было давным-давно. Если бы вместо марафона вам рассказали, что такое шкала депрессии Бека на одном из вообще занятий, чтобы вы могли сами себя диагностировать, нужны вам антидепрессанты или нет, и так далее, как ими пользоваться. Ну, кому бы от этого было хуже? Нам надо научить людей самодиагностики и самопомощи при острых физических расстройствах, потому что, еще раз говорю, у нас не хватит на всех специалистов. Не хватит. Констатируйте это. Ну, точно так же, как никогда не хватало врачей, чтобы всем лечить сопли, поэтому люди должны сами уметь помочь себе при насморке. Вот точно так же сейчас в Украине ситуация, когда у большинства людей острые физические расстройства, когда у нас дети 5-й год беспризорные, 5-й год дети беспризорные, потому что все силы и общество были направлены на коронавирус, потом на войну, взрослым точно не до детей. Мы теряем целое поколение детей. И этим надо заниматься. Євген Олегович, щодо дітей. Так тепер з якими, ну, скажімо так, скаргами до вас звертаються найчастіше? Це якраз ось ці розлади тепер ви фіксуєте саме у дітей, якого віку? Тобто все це в якому, що може перерости? Для дітей абсолютна норма агресія. Абсолютна норма, що по телевізору говорять неправду, тому що це не співпадає з тим, що вони бачать. Абсолютная норма, что маме и папе не до них. Абсолютная норма не читать книжки от слова вообще. Вот понимаете, вообще. Дети легко вступают в конфликты. Дети могут вообще ни на кого не реагировать, погружаться в цифровой мир. И когда ребенок молча, никуда не лезет, а сидит погруженный в телефон, то родители и вообще всех взрослых это очень даже устраивает. Это всем удобно. Вот и все. И это проблема, проблема. Я вам сейчас скажу такой пример. Я сейчас вот буквально, ну, у меня сейчас идет большой образовательный курс, посвященный детям от года до 12. У меня давно уже есть, ну, еще до войны я записал образовательный курс для родителей, посвященный там беременности и первому году жизни. И много меня просили записать курс, что дальше, после года. И вот мы записали курс большой, там больше 100 лекций от года до подросткового возраста. Вот примерно. И я, когда готовил этот курс, я обратил внимание на то, что когда я беру учебники, нормы, когда дети разговаривают, там, понимаете, умеют читать, наши дети отстают на полгода-год. Наши дети начинают говорить на полгода-год позже. Нормы, которые указаны в книжках,
над ними хочется уже смеяться, хотя это смех сквозь слезы, понимаете? Плакать хочется. С детьми никто не разговаривает. Родители в смартфонах. Дети говорят интонациями героев мультфильма. Дети смотрят всякий бред. Дети не читают вообще ничего. Ничего. Мы теряем поколение детей. Где будущее страны? Можно это хотя бы обсуждать? Я положил жизнь на то, чтобы детьми заниматься. Я вижу полную деградацию этого всего. Я говорю людям, ну вы можете хотя бы 15 минут в день перед сном провести с ребенком, прочитать ему сказку. Перед сном 15 минут. Прочитать ребенку сказку и обсудить героя в этой сказке, что такое хорошо, что такое плохо. Я даже для вас создал канал «Казки украинскую» с доктором Комаровским. Я каждую субботу выходит новая сказка. Там уже около 100 сказок на этом канале. Ну, посидите с ребенком, опишите. Так вы мне будете... Так вот, если бы каждый из тех, кто написал Комаровскому, коли ты будешь розмовляти українською мовою, от якщо б кожен із вас хоча б підписався на україномовний канал Комаровського і з дітьми провів 15 хвилин, так уже б там було 200 тисяч підписчиків. А він нужен реально, там 18 тисяч підписчиків за півтора року. Воно нахрен нікому не треба буде. Всі можуть тільки трындіти про любов к дітям. От така це життя, понятно? Тому ви, жінка, дадите ссылочку в описании, не на мой канал. Я зі своїми медицинськими каналами розберуся. А канал «Казки украинскую» с доктором Комаровским, а я вам потом расскажу, сколько людей после фабрики «Галин» туда придет. Ну, если 5 человек придет, будет счастье. Ми закликаємо так батьків бути активними. Будь ласка, підпишіться на цей YouTube-канал і закликаємо так. Там важлива інформація, як я вже зрозуміла, лікар-педіатр рекомендує. Євгене Олеговичу, а все ж таки, я хочу вас запитати, от ви говорите, яким тоді буде так майбутнє? От діти війни, з вашої точки зору, якщо не займатися ось цими всіма проблемами, тобто, а яку тоді націю, ну, знову ж таки, ми виростемо? А у нас є національна ідея? Ми взагалі яку країну строїмо? Ми яку країну строїмо? Судя по всему, по тому, как нам всю жизнь говорили, мы сейчас уже строим мононациональное, монорелигиозное образование. Да? Шаг влево, шаг вправо, ты враг народа, до свидания. Или все-таки у нас страна, где можно, где свобода, где обсуждение. То есть ради чего мы сейчас все это происходит? Что мы, можно хотя бы обсудить, ради какой страны мы кладем жизнь? Ну, обсудить, еще раз говорю. У меня большие сомнения по поводу того, что мы строим. Я всегда считаю, что вообще и был уверен, что Украина – это свободная страна. Это та страна, которая написана в украинской конституции. Страна, которая не имеет никакого отношения к религии. А у нас государственные служащие регулярно обсуждают вопросы религиозной тематики. Это страна, где нельзя осудить человека только за то, что он говорит на неправильном языке. Ну и так далее. У нас страна, где есть свобода слова. Где страна, где говорить можно как угодно. А врать нельзя никак. И воровать нельзя никак. Что Украина, мы строим страну, где будет свобода предпринимательства. А теперь давайте возьмем, вот просто сделаем такой тест. Возьмем за год постановление Рады наши. И возле них поставим либо красный крестик, либо там зеленый. Красный крестик возле тех законов, от которых стало хуже, а зеленый от тех законов, от которых стало легче. И вот выясняется, да? Что выясняется? Что государство существует только для того, чтобы придумывать новые запреты, новые ограничения, новые налоги и так далее. Разве мы такое государство хотим? Нет. Мы не такое хотим. И так далее. Я могу столько примеров привести. Господи, ну это просто хочется плакать. Потому что, еще раз говорю, общество, смотрите, как же здорово, нами же все время манипулируют. Все время общество с упоением обсуждает, кто настоящий украинец, кто не настоящий, каким бойгам молиться и все остальное. А в это время, пока вы бьете друг другу морды, выясняя, кто настоящий патриот, пока вы всем этим заняты, можно совершенно спокойно брать и воровать. Причем воровать в таких масштабах, что это даже не снилось никому. Можно принимать совершенно дурные решения. Можно выделять миллиарды на что-нибудь,
при этом общество. Ну, вот если, допустим, есть там проблемы в энергетике, да, и на что-то в энергетике выделяются несколько миллиардов. Можно хотя бы вот я, как рядовой украинец, имею право в эфире послушать дискуссию экспертов по этому поводу, чтобы знать, вообще мое государство прислушивается к экспертам или у него другая задача сейчас. Ну, вот мне это очень интересно. А у нас ничего этого нет. И тот факт, что в стране закончилась общественная дискуссия, это очень плохой принцип. Это очень опасно. Это очень опасно. Вот и мне как бы нечего там делать сейчас в этих дискуссиях, потому что медицина вообще не обсуждается. Вообще. Этой темы вообще не существует. Вот вообще. Вот много вы слышали там про то, что в Украине там реально вспышка коклюша, о том, что у нас кризис вакцинации очередной. У нас же проблемы. Никто же об этом не знает ничего. Этой темы вообще не существует. Вы можете себе представить? Но как? Война, мобилизация. Правильно. Жень, вы можете себе представить ситуацию? Вот смотрите, 40 градусов жары, и свет есть 4 часа, да? Скажите просто, а что происходит с вакцинами в холодильнике? Я думаю, они там псуются. Потому что там же має бути температурний режим для зберігання. Скажите, пожалуйста, а за этот месяц страшной жары где-нибудь, кто-нибудь, что-нибудь, хоть слово по этому поводу сказал? Нет. То есть это же общество не интересует вообще? Я не хочу. Ну, это все. Вот вам и все. Так это же есть приговор, понимаете? О том, что без экспертов общество даже не знает реальные угрозы, что их волнует, понимаете? А вы знаете, например, что да, что на самом деле есть на почти всех там упаковках, контейнерах с вакцинами, да, есть специальный термоиндикатор. Ну, это все нормальные вакцины идут с таким термоиндикатором, да. И если температура превышается, он меняет свой цвет. Но это термоиндикатор, как правило, находится не на флакончике, а на упаковке. Понятно? То есть вы, когда флакончик вам достали из холодильника, вы об этом ничего не знаете. Но вам же интересно узнать, наверное. Ну и так далее, и так далее. В общем, грустно все, очень грустно. Євгене Олеговичу, на завершення нашої розмови, отак, такими хочу словами, так, знаєте, як закінчити. Перше, мали-мались ті, хто вірив, що скоро все закінчиться, а після них ті, хто не вірив, що це коли закінчиться. Вижили ті, хто фокусувався на своїх діях, без очікувань про те, що може чи не може статися. Віктор Франко, так, я з Константа. Жень, я тебе сказав, ми іменно по цьому путі і йдемо. Іменно по цьому путі Україна зараз і йде. Мы перестали задавать вопросы, что будет через полгода. Все вот эти разговоры, война закончится через год, через полгода, все, никто в это не верит, никто на это не рассчитывает. Если украинцы сейчас сказать, успокойтесь, что вы там переживаете, перестанут стрелять к Новому году, будет отопление, будет все в порядке, кто поверит? Никто. Люди рассчитывают на себя, люди смотрят в ближайшее будущее, стремясь обеспечить собственную безопасность, сделать запасы, продумать пути эвакуации, продумать способы безопасности. Люди сами понимают, что выжить можно только так, объединяясь с друзьями, принимая коллективные решения и так далее. Вот так все понимают. Если ты Поэтому мне и как бы глубоко все равно, когда вот ты меня начинаешь спрашивать, а что будет и так далее. Будет мир? Будем обсуждать. Мир принесет нам огромное количество актуальнейших проблем. Актуальнейших проблем. Я очень хотел бы, чтобы мы все поняли, что наличие диктатуры любой в мирное время очень помешает нам построить то государство, ради чего мы потеряли сотни тысяч жизней. Понимаете, нам нужна нормальная демократическая общество, гласность, свободы личности во всех проявлениях. И главное, что нам надо понимать, что наши дети нуждаются в первостепенном внимании, вложении в детское психическое здоровье, в детское образование. Это сейчас острейшая тема, острейшая. Проблемы нянечек в детских садах, проблемы учителей. Когда обсуждались последние? Да никогда, они вообще не обсуждаются сейчас. Никогда. Я понимаю, что сейчас на первом месте проблемы тех, кто каждый день рискует жизнью. Но те, кто каждый день рискует жизнью ради людей, ради тех самых детей, которые оказываются беспризорными в результате. Поэтому эти проблемы, которые должны решаться параллельно. Поэтому еще раз говорю, мы же не проводим соцопросы про детей. Понимаешь? В чем нуждаются наши дети, на ваш взгляд, в первую очередь, сейчас?
во взрослых, в нормальной еде, в физических нагрузках, в безопасности. Ну, давайте хотя бы об этом поговорим. У нас же все соцопросы про то, ну, мы когда вопрос, задается вопрос, там никто же даже не может сформулировать, что такое победа. Победа – это что? Что для вас победа? Давайте сначала сформулируем хотя бы это, чтобы общество знало цель, реализуемую демократическую. Границы 91 года, все понятно, поехали. Ну, давайте сформулируем. Это было бы интересно, по крайней мере, знать. Євгене Олеговичу, я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам. Звичайно, будемо слідкувати за подіями, будемо аналізувати, і я, користуючись нагодою, вас обов'язково запрошу до нас у гості ще. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Батьки, будь ласка, підпишіться на YouTube-канал, так, де казки української Євгена Комаровського. Закликаємо вас, будь ласка, ще раз. І всім дякую за увагу, до зустрічі у наступних ефірах.